Приветствую вас, если отвечать на ваш вопрос коротко, просто, то значит, подумать о том, для чего это вам нужно. То есть я не считаю, что вы оказались в этой ситуации случайно. То есть я не считаю, что вы прям вот случайно в этой ситуации для себя оказались. Я считаю, что оказались в этой ситуации, потому что вам, возможно, так хотелось, вам этого желалось, вы в этом, вероятно, нуждались, вот, ну, как-то. Как-то, да, в той или иной степени нуждались в этом вы, вот, и, соответственно, именно это вот стало возможным, вот. Из-за чего, почему это нужно выяснять. Как, в общем и целом, правильно сказал мой коллега, вот, что мужчина не изменится, мужчина не поменяется, да, он таким вот и будет, в принципе, уже, вот, но вы в эти отношения попали, вступили, на мой взгляд, не случайно, не случайно. Вот, и для вас будет лучше, если вы разберетесь, вам будет лучше, если вы разберетесь, почему вы оказались в этой истории, как вы оказались в этой истории, в этой ситуации, вот. Потому что это, собственно говоря, важно, вот. Это очень важно, на самом деле. Дальше. Вполне возможно, что вам нравится быть, ну, собственно, угнетённым. Вот. Тут как бы не надо далеко ходить за ответом, да? Вот. Вам просто нравится быть угнетённым. Вот. И всё. То есть, почему так, что именно нравится вам в этом угнетённом состоянии, да, это уже детали. Это уже детали. Вот. Но, значит, вам надо решить, либо вас такая ситуация устраивает целиком и полностью, либо нет, вот, либо нет. И как бы определите свою позицию, ведь это же не вчера, не пару дней назад произошло, что мужчина вас угнетает нравоучением. Значит, до определенного момента вам это нравилось, до определенного момента вы что-то в этом находили. Вот. Вопрос в том, что именно вы находили, что вам нужно было в этом. Вот на это и обратите свое внимание. Вот, и как определить целями, как определить со своими желаниями, со своей позиции, просто сделайте выбор. А если вам сложно, то психологи вам в этом помогут, выбирайте любого эксперта на нашем ресурсе и начинайте работать, ну, возьмите хотя бы одну-две консультации. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.